Ой. Так, корвалол взяла, валидол взяла, запасные панталоны взяла, биту взяла, можно ехать. Выпустите меня отсюда! Тише, тише, успокойся, ничего страшного, покатаешься немного. Добрый день, вам помочь? Нет-нет, я сама. Но я же вижу, что чемодан тяжелый. Может, я все-таки помогу? Я сказала нет! Сама дотащу. Мне полезно размять свои косточки. Понимаю. Выпустите меня отсюда! Что вы сказали? Я говорю, выпустите меня отсюда. Уехать хочу поскорее. Понимаю, понимаю. В такой дыре волком завыть можно. Кстати, куда едем? А твое какое дело? Как это какое? Я же таксист, и вы меня вызвали. Должен же я знать, куда путь держать. И вправду, мне нужно в аэропорт. Трогай. Право же мне неловко, сударыня. Что тут неловкого? Трогай давай. Ну хорошо, как скажете. Да не меня, болван, трогать нужно. Езжай, говорю. Простите, пожалуйста, простите, я не так понял. Уважаемые пассажиры рейса, летающего в Лондон, прекратите корчить рожи пассажирам в Саранс. Внимание, объявляется посадка на рейс Париж. Бабушка, а вы куда летите, если не секрет? Я лечу отдыхать, милок. Получила путевку в дом отдыха на острове, и все включено. Почти за даром. Правда? Вот бы и мне так. Почти за даром. Становись пенсионером. Может, и тебе дадут такую. Выпустите меня отсюда, помогите! А у вас кто-то в чемодане кричит? Не может быть. А вам, наверное, показалось. А... Да нет же, я точно слышал, вот-вот, смотрите, чемодан шевелится. Показалось, милок, выпустите меня отсюда. Ага, вот опять мальчик кричит. Я лучше пойду, позову на помощь. Попробуешь рот разинуть, убью. Главное, ни во что не вмешиваться, я вас правильно понял? А я просто хотел помочь, может, тяжело? Не надо помогать. Ну, я пойду. Стоять! Не вздумай вызвать полицию. Ну что вы, я просто хотел помочь отнести этого мальчика. Смотри мне, если что, я тебя из-под земли достану. Вот тяна, а ведь просто хотел поболтать. Вот мы и прибыли. А что вы забыли на этом острове, бабуля? Мне прислали путевку в дом отдыха. Все включено. И по смешной цене. Так сказать, для льготников. Даже не знаю, что вам сказать на это. Не лучшее место для отдыха вы выбрали. Может, лучше отвезти вас обратно? Пока не поздно. Я через пару минут отчаливаю, так как отсюда пассажиров, как правило, не бывает. Вы что, с ума сошли? Я так долго добиралась сюда, на такси, на самолете, на катере, и теперь повернуть назад, когда я уже почти у цели. Я так просто не сдаюсь. В крайнем случае, если мне не понравится, я всегда смогу вернуться. Ну, с этим у вас могут возникнуть сложности. Катер сюда приходит раз в неделю. Почему же так редко? Дело в том, что сюда обычно никто не приезжает. На острове живет совсем небольшая группа людей. У них тут своя община. Даже есть доктор и священник. Вот им-то мы и доставляем кое-какие припасы раз в неделю. Ладно, я все равно должна туда попасть.
Мне просто необходим отдых. Как мне пройти к ласточкиному гнезду? Идите по указателям, не ошибетесь. Правда, ласточкино гнездо, насколько я знаю, уже давно не принимает гостей. Ой, хватит нагнетать. Просто вы все завидуете, потому что мне дали путевку на шару, а вам нет. Вы не понимаете, я вам честно говорю, там... Помогите. А что у вас в чемодане кричит? Никто не кричит. Тебе показалось. У меня со слухом все в порядке. У вас там человек? Будешь много вопросов задавать. Пожалеешь. Ты еще не знаешь, с кем связался. Ну, тогда счастливо оставаться. Чокнутая старуха какая-то. Что за дела? Это и есть ласточкино гнездо? Да этот дом еще большая развалюха, чем тот, в котором я живу. Вот что значит поговорка: дешевая рыбка, плохая юшка. Дорого да мило, дешево да гнило. Это ты там умничаешь? Ты чего мне всю дорогу мешал? А если бы меня задержали и обнаружили, что ты в чемодане сидишь? Бабушка, я в туалет хочу. Потерпи, уже приехали, скоро сходишь. Только без моей команды не вздумай вылезать, а то накажу. Никто не должен увидеть тебя. Я не собираюсь еще из-за тебя доплачивать. Тем более за такой дом отдыха. Это уже и не дешево совсем, а скорее наоборот. Хоропик ждет, хоропик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, подписал. Хоропик ждет, хоропик ждет, давай не ленись, подпишись. Хоропик ждет, хоропик, да, yeah, о да. Хоропик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, подписал. Хоропик ждет, хоропик ждет, давай не ленись, подпишись. Хоропик ждет, хоропик, да, yeah, о да. Хоропик ждет, хоропик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, подписал. Хоропик ждет, хоропик ждет, давай не ленись, подпишись. Хоропик ждет, хоропик, да, yeah, о да. Хоропик ждет, хоропик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, подписал. Хоропик ждет, хоропик ждет, давай не ленись, подпишись. Хоропик ждет, хоропик, да, yeah, о да.